Британские принцы Уильям и Гарри перешли на темную сторону силы. Члены королевской семьи снялись в новой части «Звездных войн» в роли имперских штурмовиков. Об этом сообщил Джон Боего, исполняющий одну из главных ролей в новых частях саги. Актер отметил, что зрители вряд ли смогут узнать Уильяма и Гарри. Во время съемок их лица были скрыты шлемами. Восьмой эпизод «Звездных войн. Последние джедаи» выйдет в мировой прокат в середине декабря.